Привет, дружочки-пирожочки. Ну что, я решил все пауэр-плюхи брать, которые могу находить в детском мире, ой, в этом фамилии. Продолжаю. Правда, я отпрошу от вас немногого, 1000 лайков, но, как вы говорите, ну, не все вы можете, или не все. Посмотрим в этот раз, как будет. Давайте проверим. Потому что я нашел пауэр-плюхи вот эти вот в фамилии. И они типа по распродаже. Но непонятная история с распродажей. То есть, как бы, смотрите, вот такой вот наборчик, например, стоит 499 рублей. И 990 его полная цена. Но есть подозрение, что по полной цене такую штуку никто не покупает. Ее покупают исключительно по цене. Скидочный. Однако, что тут у меня здесь какой-то за набор? Как видите, у меня здесь сколько-то дисков. Обязательно должен быть супер редкий диск. И также я посмотрел, что здесь есть как минимум уже новый диск с ракеты. Какая-то штука, но немножко отличается от той, что была. Другая какая-то запускалка, в общем. И, ну, другой набор, в общем, другой. Видите, тут есть специальная какая-то штуковина, стрелялка-пулялка. Типа мы отпускаем, а она как-то сама должна вылетать. А также здесь есть стаканчик для ловли рукой. Вот такая вот история. То есть это уже прям другое дело. Мне нравится дизайн. Мне понравился дизайн. То есть не столько сама игрушка, конечно, они здесь в дизайн вложились, но, мне кажется, слишком простая игрушка для того, чтобы стать супер популярной. Нужна какая-то технологичность была все-таки. Хотя, возможно, потом... Ой-ой-ой. Дети будут вспоминать... С теплотой и с любовью это все дело. Так, смотрим, распакуем. Распакуечка. Ого, у нас тут еще какая-то история есть. Ничего себе, это что? А это что? О, это еще какая-то... Буклетик у нас, первая серия. Рассчитывают, что будут еще, не знаю, как у них продажи, будет или нет. Как вы знаете, у меня есть кобра и еще куча всяких. Сейчас посмотрим, будут ли повторки. И вообще, смогу ли я собрать серию... Как я буду себя вести. А это у нас, я так понимаю, вот просто, знаете, можно нарисовать на... Почему не сделать ее пластиковой? На картонке, это же ужасно. Ну, я имею в виду сделать пластиковую такую вот арену, на которую куда упал, как в дарте. Куда попал, такие очки. Так. У нас здесь тем временем следующие вещицы. Первое. Стаканчик номер один. Это стаканчик, очень мне он что-то напоминает, подстаканник. А на самом деле-то они взяли просто какие-то предметы, типа крышечки, подстаканники, непонятно, и решили из этого сделать интересную концепцию. Подстаканник номер один и подстаканник номер два. Но сделали неплохо, вот всякие вот эти рельефчики, тут какие-то технологичные углубления. Не скажу, что это приятно держать в руках. Лучше бы они сделали приятно держать в руках. То есть, вот прям напрашивается, что его куда-то хочется поставить. Согласитесь, да, прям просится куда-то быть закрепленным. Как это как будто как деталь от чего-то. Причем между собой они никак не соединяются. Да. Так, ну давайте посмотрим, что же еще здесь я найду. Какие же диски посмотрим вначале. Диски такие найду. Да. Поздравляю! Вы нашли промокод на скидку в 300 баллов на первый заказ на Озон. Или доступ к специальным распродажам с дополнительными скидками. На YouTube во вкладке сообщества есть список этих скидок. Там можно найти такую штучку или вот такое. Добавил до подборку игрушек для детей, даже немного для взрослых. Чтобы ничего не упустить, прямо сейчас введите по ссылке в описании промокод Озон 6K6A2A. Если вы все равно делаете заказы на Озон, введите его в качестве поддержки моего канала. Чекайте списки, получайте скидки. Еще не забыли? Озон 6K6A2A. Давайте диски. Итак, диски. У меня здесь как-то прям совсем их немного. Пожадничали. Итак, здесь есть ракета оранжевая, номер 42. Паук блестящий, серебристый. Есть у меня подозрение, что он супер редкий. Потому что круто выглядит. В прошлый раз такое впечатление было от этой акулы. Нет. Кобры, да. Здесь вот такую вот акулу. Такой вот, господи, акула опять. Как будто взял акулу. Паук. Сердце с глазами. А, это орел, у которого клюв в форме сердца, допустим. Повторка, пончик и хот-дог. Это повторки. Эх. Так, давайте посмотрим, кто из них кто. Какой редкий, какой нередкий.
Они, видите, как-то еще Power Snack, Power Shots, Power Bots, Power Creators, Power Beasts, Power Comics. Непонятно, короче, это Power... А, можно собирать типа вот это. Ну, здесь у меня есть два из них. Из этих есть один, два, три. Один, два, три. И даже, по-моему, четыре, да? Какая-то морта была еще четыре. Вот этих вот попалось. Один вот такой у меня только. Надо собирать, наверное, наборы. Друзья мои, поддержите лайком этот видос, чтобы я собирал наборы, продолжал коллекцию, собрал. Мы посмотрели всю коллекцию вживую, собрали все наборы. Я бы рад, если бы вы поддержали большим пальцем вверх лайком. Короче, вот этих вот у меня вообще нету, по-моему, да? Интересно. И, а вот этих вот с повторками. Понятно. Я вам напоминаю, что играть в них можно буквально вот так вот брать маленькие. Во-первых, можно просто их кидать, швырять, и они будут переворачиваться прикольно. То есть, как те же самые сотки. Видите? Их можно собирать. То есть, помимо заявленных правил, помните, как в сотке, то же самое. Если не помните, то там так было. Если покупаешь коробочку, то там написано, типа, какой-нибудь набор. И там бита, что только биты надо бить. Соответственно, все наплевали и потеряли эти биты и наплевали на правила. И играли по своим правилам, по которым захотели. Брали вот так вот стопку этих поксов, кэпсов и, в общем, это вот котсов. Котс пришел. И делали вот так. Вот так вот брали и делали. И считали. Вот одна упала, это не считается. Не считается. Я только одну, но зато одну крутую выиграл. Типа, какие перевернулись, потом оставляли, эту забирал. Следующий игрок брал, следующий... Вот упала она у меня на пол. Я бы, конечно... Она перевернулась. Я бы, конечно, стал говорить, это считается, ничего в правилах нету. Давай, отдавай мне какие фишку. Ну ладно, у меня в итоге, короче, не отдали фишку. Следующий игрок, допустим, левша. О, у него уже техника пошла. Но он тоже одну, потому что она тоже упала. Вот, остается меньше, да? Вот так вот можно. Ну и последнюю тоже забивамба. То есть вот так вот можно. Можно и так. Но это вообще не так. Это я вас сейчас спутаю с пути истинного, так сказать, уведу. Это делается вот так. И ждем. И потом пытаемся найти эту штуковину, потому что она будет везде, если у вас их много. Ждем, 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 ждем. А вот здесь мы берем типа этот стаканчик и... О! Нереально одному запускать. Все-таки один должен здесь ловить, один должен... Ждем, ждем, ждем. Оп, оп, оп. Все, они у меня все, прикиньте, со стола улетели буквально все. Ой, попало вот сюда. На 20 типа попало. Вот. Но, по идее, надо поймать в стаканчик. Надо поймать в стаканчик. А теперь мне нужно срочно... Подождите, вот я нашел. Одну нашел. Еще одну. Опа, они во всей комнате. Хьюстон, у нас проблемы. Они повсюду, они на деревьях. Они по всей комнате. Где они? Где их нет, проще сказать. Вот. Все, вроде все. Что, так мало было? Что было? Один, два, три, пять их всего, да? Что? Это оскорбительно. Это было оскорбительно. Я сейчас посмотрю. Пять всего, да? Пять вот этих вот пупырочек. Так, ну ладно, давайте теперь к главному моменту перейдем. А то мы так с вами никуда не придем. Опа! Пускатель невероятный. Пускатель невероятный. Здорово, что они все в одном стиле, что они все в одном луке, что они все, ну, видите, здесь оранжевое это, вот такие кресты везде, вот эти вот гладкие. Вот эта штука, она выглядит неплохо. Вау! Ого! А вот это прикольно. Смотрите, тут есть пружина и там, по-моему, лапка, которая толкает это все дело. Так, давайте возьмем. А как вверху? Кверху, к низу, куда? А, вот так вот переворачиваем. Вот тут, видите, она прям заходит сюда. И нажимаем. И ждем. Один. По идее, это автоматический пускатель. Один, два, три. Ой. Ой, простите, простите, Котя. Нет, нет, держи. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Короче, это пускатель на определенное расстояние. Зато вы точно знаете, куда они у вас улетят.
О, и ты вот этой можно, смотрите, даже одному самому с собой играть. Как настоящему сильному независимому кошатнику. Вот так вот беру. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас, смотрите. И запустил, и... Оп-оп-оп. Поймал. Ну, типа, вы поняли. Короче, вот этот пускатель нормальная тема. Он чуть-чуть подталкивает. Он, типа, это уже спортивная вещица. Если предыдущие колпачки от силы вашего броска, чего-то еще, здесь уже вот четко уравниловка. То есть вы нажали, и он... Тут будет только зависеть тактика, как вы продержались. О, вот такой вот сет. Это стоило 4... Ну, слушайте, здесь уже есть какая-то тема. Вы можете поставить вот эти штуки напротив и пытаться в них попасть. Я, правда, слабо себе представляю процент попадания. То есть тут не зря написано, что это все-таки надо рукой лучше ловить. Потому что еще и еще мой любимый способ это... Есть еще один мой любимый способ. Это попытка закинуть в такой вот ящичек, в такой шкафчик вот таким вот образом. Слишком слабо. И... Слишком сильно. Перелет, недолет. Оставлю вот так. Перелет, недолет. Перелет. Так. Нет, здесь в этот раз я не победил. Еще. Второй раунд. Реванш мне нужен. Давайте. Срочно. Отыграю сейчас. Мне нужны еще пауэрплюхи. Но дело в том, что у нас это в школе потом признали эти сотки, я вам расскажу, азартной игрой. Потому что дети их покупали и, по сути, тратили деньги, и потом проигрывали их. В общем, по сути, это было какое-то такое. И там собрались чуваки, которые давали их в долг, которые там, типа, у всех выигрывали. Кто-то просто отжимал сотки, то есть были, типа, гопники, которые работали чисто по соткам. Вот. И они подходили, и вот эти вот сотки. Не знаю, с этой вот штукой может быть такая же история, и здесь тоже могут быть проблемы какие-то. Все эти игры вроде прикольные, с одной стороны, но вроде главное, чтобы просто как-то по очкам считалось, да, а не просто вы на предметы играли. Вот такой вот наборчик. Не знаю, мне понравилось. Не знаю, как вам. Пишите ваши комментарии, впечатления. Если вы хотите видеть еще пауэрплюхи, пауэрплакс, вот эти вот. Пауэрплакс, окей, хорошо, для всех фанатов, если вы такие уж прям фанаты. Для всех фанатов пауэрплакс еще наборчики посмотрю, фамилию забегу, благо она у меня теперь рядом с домом, и я почаще буду делать. От вас лайки хотя бы 1000 наберите, ну не наберете... Бух, вот суть я. Ну нет, не наберете, как бы, я понимаю, что во многом это YouTube, конечно, уведомления, все остальное, но если вы поможете, будет здорово, спасибо, мне эта история нравится. А зачем я убрал-то? Не знаю. Я же еще буду играть, еще и с ребенком. Все, ладно. Короче, кто... А, я же не посмотрел, какой у меня редкий. Ну да, павучок. Павучок. Редкий, видимо, в других наборах. Видимо, в двух каких-то могут попасться два варианта в этих. Эти могут попасться в этих. Короче, нужно все покупать. Какие попадутся, неизвестно. Ладно, продолжаю свою коллекцию. И все, пока.